Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Blue Grand 2. И сейчас я вам покажу, как на этом телефоне активировать режим энергосбережения. Итак, для начала вам нужно перейти в меню приложений и выбрать настройки. После чего спуститься нужно немножечко вниз и выбрать пункт батарея. После чего спускаемся еще ниже и выбираем режим энергосбережения. Отлично, мы перевели наш телефон в режим энергосбережения. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!